Друзья, всем привет! Как ваши дела? Я нахожусь в городе Кёльн в Германии, а улыбаюсь я по той причине, что уже шестой раз подряд меня пригласили на FIBO. Как? Вы не знаете, что такое FIBO? FIBO – это самая крупная выставка в мире фитнес-индустрии во всем мире. Каждый день сюда приходят порядка 100 тысяч посетителей, и здесь нереальная движуха. Здесь собраны самые топовые атлеты в лиге бодибилдинга, самые топовые YouTube-блогеры, самые топовые фитнес-звезды. И здесь будут представлены все самые последние новинки в мире фитнес-индустрии. Это как спортивное питание, тренажеры, различные программы, различные аксессуары и много чего еще. И в этом видео я приглашаю вас провести эти выходные со мной в Германии, для того, чтобы узнать, что нового будет на выставке FIBO, ну и насладиться немецким гостеприимством. Поехали, друзья! Друзья, наконец-то наступила суббота и первый день FIBO для меня. Мне команда подогнала новую одежду, зацените. Новая расцветка, леггинсы, шорты, футболка. Вот, и кстати, еще много других вариантов подогнали, есть всякие разные расцветки. Зацените, тоже красивая расцветочка. Вот. У майки. Ну и качество соответствующее. Вот, кстати, мне очень нравится еще цвет такой хаки. Под цвет моего автомобиля, кто помнит. Видите? Так, Urban Camo называется цвет. Вот. Этой одежды достаточно много для меня, поэтому я предлагаю сделать конкурс трем человекам, которые напишут комментарии под этим видео. Случайным образом я вышлю какие-то подарки. То есть майки, либо шорты, либо леггинсы. Вот. Почему? Потому что эту одежду нельзя купить в России. Мне многие спрашивают, Денис, где она продается? Ребята, сори, она не продается. Из Европы они не отправляют в Россию эти модели. Поэтому участвуйте, у вас будут три эксклюзивные модельки, которых нет больше ни у кого в России. Ну, только что у меня. Все, друзья, ну я собираюсь, и мы выходим на улицу и топаем на FIBO. Пойдемте оторваться. Я люблю FIBO за то, что есть возможность пообщаться с подписчиками, которые живут в Европе. Я рад, что очень много ребят, девчат подходят ко мне на стенде для того, чтобы пообщаться, взять автограф и благодарят за тот материал, тот контент, который я делаю, потому что в Европе практически вообще нет ребят, которые бы снимали видео для YouTube и рассказывали о своей подготовке не просто что там поверхностно, а чтобы с полностью всю подноготную. Здесь таких нет, поэтому они смотрят российских ребят, кто подробно рассказывает о своей подготовке и черпает оттуда информацию. Возможность увидеться с большим количеством иностранных атлетов, с которыми я тесно общаюсь. С некоторыми из них я выступаю в одном дивизионе в Men's Physique. С кем-то просто поддерживаю хорошие отношения. В этом году было приятно то, что с нами на стенде работал действующий мистер Олимпия в открытой категории Шон Роден. И он очень такой общительный, очень положительный. Очень такой доброжелательный парень, всегда подходил, здоровался, спрашивал, как дела, это было приятно.
большая честь поработать в Европе на самой крупной вообще мировой выставке на стенде компании-производителя из Европы. Потому что, к сожалению, не так много ребят из России приезжают на FIBA. Хотелось бы, конечно, чтобы ребят из России было побольше. Вот. Но ребятам этим нужно показать себя на международных турнирах, чтобы их увидели международные компании и пригласили поработать у себя на стендах. Друзья, как вы думаете, какой лучший напиток в Германии? Ну, конечно же, это пиво. И я не мог себе не отказать, чтобы прийти в ресторан и выпить отличного немецкого пива под немецкую руль. Пойдемте поужинаем, я вас приглашаю. Ну что, друзья, мы дождались нашу еду. Итак, смотрите, какая зачетная тарелочка. Это рулька, несколько видов колбаски, тушеная капуста и картошечка, пюрешка. И они приносят сразу всегда по два бокала пива, потому что, чтобы не ждать, когда он в следующий раз здесь будет проходить. Поэтому, друзья, ну сейчас я буду просто кайфовать и наслаждаться этой прекрасной едой. И я счастлив, что я сейчас не на диете нахожусь, а просто могу съесть все, что я захочу. Приятного аппетита! Сосисочка, иди ко мне. Ваше здоровье, друзья. Так, друзья, пока в Москве холода, здесь уже примерно плюс 18, тепло, и просто по кайфу сесть вечерком на набережной и полюбоваться закатом.
на людей посмотреть, подумать о чем-то приятном. После тяжелого рабочего дня что нужно сделать? Конечно же, хорошо покушать. А тем приятнее, что у моей команды, у Олимп, есть такая добрая традиция собираться вечером в хорошем ресторанчике и всей компанией отмечать прохождение ФИБО. Поэтому, друзья, сейчас наконец-то я пойду и плотненько поужинаю. Пойдемте посмотрим, чем нас будут кормить. Ну а также еще люблю ФИБО, потому что она дает уникальную возможность выехать, выбраться в Европу. Как раз здесь сейчас солнышко, тепло, плюс 20, в Москве, наверное, плюс 5, плюс 7. Здесь уже классная погода, люди гуляют, отличное настроение. Есть прекрасная возможность выпить живого немецкого оригинального пива, съесть рульку. Ну, в общем, отдохнуть и провести время с пользой. Друзья, пью за ваше здоровье и за всех любителей пива. Я вас всех приглашаю на ФИБО в Кёльн, Германии в следующем году, в апреле. Традиционно уже пройдет, наверное, 18-е ФИБО. Если вы думаете, приезжать или нет, то однозначно приезжать, потому что такой тусовки, такой атмосферы, такого движняка, как здесь, нет ни на одной другой выставке в мире. Поэтому до встречи на ФИБО в 2020 году.